Привет, мой родной Челябинск. Привет, привет, привет. Шалом из Израиля. Ну, я, как все, тоже сижу дома. Ну, у нас, правда, солнышко. Собачки мои гуляют. И что я могу сказать? Я хочу пожелать всем здоровья моему родному, любимому уральскому Диксиленду. Вы все для меня просто, ну, даже не знаю, что сказать. Просто семья, можно сказать. Каждый музыкант уральского Диксиленда – это талант. Вот я тоже нахожусь дома, периодически играю, очень много ем, потому что сам готовлю, и, ну, я люблю это дело. И с большим удовольствием хочу послать в это непростое время, ну, какой-то музыкальный привет. Ребят, я всех вас люблю и скучаю, надеюсь, что скоро приеду. Я должен был быть у вас в апреле. Ну, сейчас эта вся ситуация откладывается. Надеюсь, ненадолго. А самое главное, что мы все переживем этот коронавирус. И хочется очень сказать, что корона, она временная, в принципе, в любом случае. А вот музыка вечна. Поэтому от меня, от Леонида Пташки, вам громадный-громадный привет. Я люблю вас. Много счастья, берегите себя, здоровья. И еще раз, постарайтесь не выходить из дома без надобности. Just with me.